7 марта 96 года осложнилась ситуация в Грозном, сообщил Интерфаксу представитель Временного управления МВД Российской Федерации в Чечне. По его словам, дудаевские боевики ведут огонь в 300 метрах от дома правительства. Практически в каждом районе чеченской столицы они завязали бои с подразделениями внутренних войск, используя автоматы, пулеметы и гранатометы. Все блокпосты в городе взяты в кольцо боевиками. На некоторых блокпостах закончились боеприпасы, утверждал представитель МВД. Чеченская милиция практически не в состоянии вести боевые действия. Шквальным огнем боевики заставляют ее подразделения каждый раз возвращаться в укрытие. Блокпостам внутренних войск необходима помощь армейских подразделений, подчеркнул представитель управления. По последним сообщениям, боевики начали штурм телецентра. Понял вас, понял.
людям, которые здесь, в этом районе находятся, им плохо, чечены, не чечены, мы им главное, они на это не пойдут на это, как вы меня поняли, привел. Стой, ты успокойся, я понимаю твое состояние, я сам в таком состоянии целый день сегодня. Ты, пожалуйста, успокойся. Под прикрытием темноты можно дойти, их не так много. Ползком где-нибудь, перебежками, маленькими группами, прикрывая друг друга. Как человек ползет, как стреляет. У нас 2/300, 1/200. И нас всего осталось. Нас осталось мало. Плюс у нас еще вооружение с собой, вооружение. Что предлагаешь? У меня некого тебе послать. Некого послать. Как понял, прием. Ну все, мы будем решать сами. Будем решать сами. Спасибо вам за помощь. Давайте по зданию, по ним. По ним работают, блядь. Какого здания? По ним работают. Да, меня. Не надо пускать автомата. Все. Куда ты здание? Пулемет по зданию. По зданию работает пулемет.